И Симона де Бевуар. Симона де Бевуар. Да? Знаете женщину такую? Блистательный философ, который написал книгу «Второй пол», которая стала, как вы знаете, Библией феминизма, в которой, собственно говоря, рассказывается про то, как драматична зависимость женщины от мужчины, от мира мужчины там, и так далее. И дальше вот эти дискурсы, обусловленные вот этой зависимостью, а зависимость эта обусловленная хромосомами и культурой, да, вот, приводит к тому, что мужчины говорят о женщинах так, как говорить не должны, и женщины думают о мужчинах так, как говорить тоже не должны.